Мы с Мартусей здесь с утра уплетаем ягоду, смородину. Марта хорошо ест, хоть она чуть-чуть кисловатая. Ей нравится. Вкусно? Иди, хорошая. Потренилась с утра, но еще не до конца, еще осталось пару упражнений сделать. Да? Молодец. У нас месяц не было воды, и наконец-то дали горячую воду. До этого был бойлер. А это значит, можно делать контрастный душ. Сейчас он, я его знаю, он еще и гречку есть не будет. Мартуся с бабулей уже идут. Всей семьей приехали. Значит, как мы помним, вчера мы отправили Клима в лагерь. Самал. Сегодня уже к нему приехали. Всю ночь нас вызывал. Ага, бедолага. Ну, она обратно может устать. Да, мы вещи туда положили. Вещи сложили. Вовка, давай пешочком, пешочком. Ты сидел долго. Катя в русском народном сегодня. Сейчас хлеб-соль будем раздавать. У всех разное представление. Бразильское народное, что ли? Нет? Значит, все серьезно. Климу не пускают. Только передать можно и все. А пройти туда нельзя. Она по направлению идет. Если склон, она по склону, пока ее не остановить. Она не уйдет. Да. Сейчас пойдет в ту сторону. В общем, из-за адаптации детей, чтобы не плакали, чтобы сами отдыхали. Мне кажется, это правильно, чтобы не смотрели на всех. А то сейчас... Правильно, сейчас расстроится. Вот. Сейчас к одному папа приедет, другой... Да, да, и начнется вот это вот. Все папы. Давай папы там тоже поселятся. Не надо, Вова, этого делать. Убери пакет. А я бы поселилась тут, бы пожила. Да, сама бы, да. Вот так лучше, а то там засвет. Он нанимается на работу, иди. Да, да. В вожатые давай. Пошла бы. Ага. Ага. Эй, эй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Бу-бух! Ты чё? Бу-бух! Бум! Бум! Короче, что мы взяли? Ага. Климу. Климу. Ну вот этот светильник, потому что в номере очень темно, он попросил. Он говорит, вообще, ай-ай-ай-ай-ай. Вовка? Так, пошли. Иди туда. А вон там бассейн, идите прогуляйтесь там. Что там ему передавать-то? От Марты. Ой, да зачем это надо? Блин. Зайка вот этот смеяться будет. У него там есть. Вот светильник нужная штука. Ну, сок. Хорошо. Мармелад. Все. На ночь Мелисса. Мелисса, все. Чтобы он поспокойнее спал. И сандали. Все. Зайку забери. Ай, по пальцу. Вова, это Климу. Мы тебе дома новую дадим. Ладно, ладно. Да не, новую дадим дома. Это пусть. Вообще. Блин, давай Климу оставим, а? Надо. Как дома нет? Покушаешь. Ты чё, да Вова? Пусть пьёт. Климу убивать. А, ну вон, вот это вот тогда Климу. Ну вот. Что-то погуляли дали? Хотя бы здесь, да. Так красиво. Сейчас дали, еще погуляем. Полчасика. На 5-6 день будет родительский день, тогда можно будет увидеться. Угу. А так поедете без Марты, без Марты? Ну, посмотрим. А он же соскучится по Марте. Все больше поедемся. Всех.
Марта пойдет. Самое главное наше. Вовка захотел бананы. Бананы были только замороженные. Пробуй. Странно, деревья пилили. Вот оставили много. Может быть, позже приедут, заберут. А может быть и нет. Потом я специально выходила, спрашивала, они под корень будут рубить? Сказали, да. А тут нет, не под корень порубили. Ну, хотя бы листья не будут, ветки с них сыпаться. Ну, вот, короче. Нет, видишь, не до конца. Ветки поставляли. Устали, короче, они и уехали, забили. Да, надо было пенечек сделать. Может, еще приедут, не знаю. Мусора много оставили. Мама, мне даже сандалию, папа дает палки. А в кроссовках не папа дает. Поэтому ты вечно хочешь кроссовки. Вообще не хочешь в сандалиях ходить, хоть очень жарко на улице. Сегодня 35 градусов. Мартуся спит у бабы Лизы. Мы пошли гулять. Сейчас Марта проснется, и мы ее тоже заберем на пикник, да, не гулять, а на пикник, да? Да. Деда Вова. Пикник, это значит, надо расстелить коврик и играть. Мартусе нравится под дождем бегать. Ты сейчас мокрая будешь? Марта, вот ей радость после дождика, любимые лужи. Как красиво. Вот пироги она тут делает. Красиво. Так. Девочка на стульчике. Где там у тебя пупок? Вон он, спрятался, да? Сейчас тебе найду еще ягодки. Тут остатки. Так. Уже, по-моему... А, вот еще остались две штучки. Марта любит. Будешь еще? Давай в ротик сразу. Давай в ротик. Нет, ручками не надо. Давай в рот сразу. Вот еще ежемалина тут нашлась для Марты. Ну-ка, на. Давай, ротик открывай. Сидит на стульчике и ест. Ты моя сладкая. Я очень рад за тебя. Марта, трубку дай сюда. Дай я с Климом поговорю, Марта. Днем в лагере у Клима все хорошо. Он участвует во всех активностях, его даже хвалят вожатые. Вечером ему становится страшно, что впереди ночь, и он один наедине со своими страхами. Клим звонит, просит побыть на линии, пока он уснет. Мы разные методы применяем. Мелисса и детские медитации для сна очень помогают. Меня удивляет, что при том, что Климу очень тяжело по ночам морально, он не осмеливается попросить папу забрать его назад, потому что он знает, что это был его выбор, и ему не хочется, чтобы папа и дедушка его ругали, стыдили. Я его прекрасно понимаю, но я чувствую, как ему плохо. Мой маленький. Мама всегда с тобой.